Здравствуйте, друзья. Я вам показываю одно из наших последних приобретений. Ну, то есть фон, вы понимаете, сзади меня, это тоже наша фишка. А здесь вот такое устройство на канале. Там нам посоветовал один доброжелательный зритель. Такие вот балансирующие устройства, но такие они были самопальные, там, изготовлены из каких-то там других предметов, и я подумал, что надо посмотреть, что в сети продается. И вот такие устройства, их много, они в разную цену, они более профессиональные, менее профессиональные. Но вот конкретно вот это вот устройство стоит где-то $150, и вот оно ходит во все стороны, значит, и... Идея в том, что когда ты бежишь там куда-то, вот я видел там люди там снимаются с собаками, там еще что-то, вот я там побежал туда, побежал сюда, а картинка остается стабильной. Я думаю, что это нам позволит в наших съемках в аэропорту, там есть такой момент, когда люди с багажом идут, и я с ними двигаюсь, вот я думаю, что это нам позволит сделать более такую гладкую картинку. Вы видите, да, вот я вам сейчас пока показываю, вы можете сказать, ты бы лучше снял чего и показал. Ну, просто мы сейчас заняты другими делами, а когда идет до снятия, мы обязательно предупредим и скажем. Вот такая интересная штука. Вот Юра ее собрал и отбалансировал под вот эту камеру. И я думаю, что мы все скоро будем иметь возможность посмотреть на результат.